Вернемся в Казахстан. Общественные слушания об изменении тарифа на тепло прошли в Жезказгане. Действующий был утвержден 2 года назад и теперь требует корректировки, говорят представители ТЭЦ. Они озвучили все составляющие тарифа, ознакомили присутствующих с инвест-программой на ближайшие 5 лет. Ее реализация, обещают они, позволит снизить число аварий и износ оборудования. Инвест-программа предусматривает ежегодно капитально отремонтировать по одному котлоагрегату на общую сумму на более 3,5 миллиардов тенге. Мы сегодня собрались по данной заявке. Департамент будет принимать решение, учитывая все предложения и замечания участвующих сторон.